Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, что делать, муж ничего не хочет. Обсуждаем какие-нибудь планы, перспективы, например, что пора нам уже ребенка, что дальше хотим купить. И все, дальше разговоров не заходит. Точнее, я начинаю суетиться, например, искать подходящие варианты дач, а муж просто замолкает и никакого интереса вообще, будто это не он про дачу говорил. Устала от такого безразличия, понимаю, что может на работе устает, но нельзя же вообще без планов на будущее. И чего вы хотите? Вы говорите, что не знаете, что вам делать? А хотите-то чего? То есть, ну вот вы спрашиваете, да, задаете вопрос нам, а чего хотите? То есть вы мужа хотите поменять, или вы в себе хотите разобраться, в чем ваш вопрос-то заключается в данном конкретном случае. Вот. Дело в том, что ну, мужа своего конкретно, пожалуй, да, вы переделать не сможете. Вы не сможете его изменить, вы не сможете ну, сделать так, чтобы он вот был, условно говоря, таким, каким вы хотите, чтобы он был. Вот. То есть вам нужно в первую очередь признать, что ваш муж, он вот такой, какой он есть, и все. Вот. Другим он в этом смысле, ну, вряд ли будет. Вот. Соответственно, вам нужно здесь задать себе вопрос, готова ли я его таким принять, вот таким, как он есть, да? Дальше, вы говорите, я устала от его безразличия, это означает, что на вас это как-то влияет. То есть на вас буквально как-то влияет его безразличие. Ведь на самом деле это его право замолкать, это его право ну, вести себя так, как он себя ведет. Это его полное право. Но вы говорите, что устали. Вы говорите, что устали от его безразличия. И, соответственно, получается, что вас это, по-видимому, как-то задевает, ну вот, его безразличие вас как-то задевает. Вот вопрос здесь заключается в том, как именно вас это задевает, как именно вас задевает его безразличие и чем, да? Следующий момент. Ваша история про планы очень похожа на попытку контролировать, на попытку такую вот, знаете, как бы, ну, можно сказать, бороться, что ли, с тревожностью своей, то есть вот как будто бы вы боретесь со своей тревожностью здесь. Вот. То есть, естественно, что наверняка я не знаю, но вот планы обычно нужны людям, которые испытывают тревожность. Следующий момент. Вы как будто бы не разделяете своих желаний, вот, ну, то есть, вот, ну, буквально то, чего хочу я, да, вот, и то, чего хочет муж, вот. То есть, как бы, вы как будто бы стремитесь к тому, чтобы вот как-то, ну, я бы сказал, ну, возможно,
консолидировать ваши желания. То есть сделать их чем-то таким, ну, единообразным, что ли. Вот так я бы, пожалуй, сказал бы здесь. И если это так, то это может быть, ну, скажем, серьезной проблемой. Потому что есть разница между тем, чего хотите вы, да, и тем, чего хочет ваш муж. Это разница есть. И очень важно понимать, вам понимать, чего хочет он, а ему доносить, чего хотите вы. А не стремиться консолидировать ваше желание и делать, ну, условно говоря, их каким-то вот, ну, чем-то, да, делать их чем-то единым. То есть вот это может быть довольно такой серьезной ошибкой и серьезным, ну, препятствием, что ли, на пути к тому, чтобы у вас были какие-то такие вот адекватные, хорошие, спокойные отношения. Вот. Понимаете, да? Поэтому в этом направлении тоже нужно двигаться. А следующий аспект заключается в том, что вы начинаете активность сами, а муж в этот момент занимает позицию больше пассивную. Тут тоже момент, чем более активны вы, тем, в общем-то, более активен, тем более пассивен человек. Вот. И как бы это вот может играть очень существенную роль в характере вашего взаимодействия с ним. Поэтому я бы рекомендовал вам, конечно, в этом смысле больше бы уделять именно внимание тому, для чего я проявляю активность. Вот, то есть буквально, да, вот я это делаю почему, да, я это делаю для чего, то есть то, что вы описываете, вот судя по тому, что вы описываете, я бы предположил, что вы это делаете как-то из какого-то дефицита, то есть вы к активности подходите своего рода как к работе, вот. Понимаете, в чем штука? А это вот как раз такая вот надрывная, да, активность, она ни к чему хорошему так же привести не может. Вау. Вот, в принципе, такой вот момент. То есть я бы, конечно, предложил бы вам в первую очередь разобраться с вашим собственным значением, например, планов и значением всего того, чего вы хотите, да, возможно, вы хотите не столько и не сколько
допустим, тех же детей, да, или там дачу и так далее. А возможно, вы хотите именно вот какого-то ощущения стабильности, защищенности и прочее. Но тут вы сами себе, получается, подкладываете препятствия, вот, в смысле того, что чем больше вы сами для этого делаете, тем меньше хочется делать мужу, потому что он понимает, что зачем, если вы совсем справитесь сами. Вот, ну, это выглядит, вот, знаете, просто как элементарная, банальная экономия какой-то энергии в данном случае. Вот. Поэтому я думаю так. Первый шаг — это разобраться в себе. Второй шаг — это уже вместе с мужем, если он считает проблемой то, что вы описываете, да, вот, то уже с ним вместе, с психологом, значит, ну, провести несколько парных консультаций, вот, для того, чтобы разобраться в особенностях ваших отношений и скорректировать их. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.